Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и давайте потратим 1200 баксов на собиралось, я их трачу, ну, на скорость, наверное, как и все, ну, что не покупил, купилось. А, тут всего лишь одна, черт, я забыл. Ну, ладно, то есть по 500, по 1000 я, естественно, не покупаю, только по 500. Так, а сегодня мы будем создавать новое существо. Так, интересно, надо прошерстить остальных, я, наверное, никого еще не могу создать, но вот, в общем-то, это Гриленкин, да, по-моему, или как-то так называется, ну, давай, открывайся. Да, Гриленкин. Вот такой вот у нас будет гибридка Гриппозух плюс Келенкин, да, вот, типа, вот, морда такая, как... Напоминает Метриолонга из Jurassic World The Game. Да, сейчас мы его создадим. Прикольная тварь. Блин. Выглядит очень забавно. Напоминает Додо Мутанта. Кто согласен? Ну реально, крылышки маленькие. Морда вот такой. У Додо что же такой большой? Такой клюв такой волнистый. Додо Мутант, стопудово. То есть это кличка этой птички. Но зубастая она. Как вы знаете, птички у нас без зубов. Ну, лютое создание, что тут скажешь. Гриленкин, да. Да, Гриппозух, ага, это у нас легендарное существо. Редкий Келенкин. 200 штук надо генов. И Гриппозух, да, или как там тебя? Гриппозух, да. И Гриппозух, он еще идет на Грипполита, кстати. Ну, у нас их клеток, в принципе, достаточно. Так что можно будет прокачать. Давайте сделаем мультислияние небольшое. Качнемся сразу, давайте на 17 уровень, чтобы было нам повеселей. Пока что это дешево, 15 тысяч всего лишь. А дальше посмотрим. Так, показатели. Ты ё-моё. Так, 17 левел. Кстати, давайте заглянем на родственника. Параракс выглядит вот так. Скорость 130. Так, там у нас скорость явно пострадала. 15-е. Так, вот, пошли 16-е. Вот Гриленкин. 126 скорость, да? 2000 жизни, 700 удар, но что-то как-то... Ну, жизни мало, удар неплохой. Да, так у нас получается. Итак. Минус 50 на одну атаку. За запрет замены. Ай, подождите, первый ход. Шанс оглушения 100%. И цель получает защиту от замены. Ну, в смысле, блокировку замены. Блин, но удара не наносится. Это так, не, чисто... Чисто для чего, даже не знаю, такой удар использовать. Ну, кроме как запрета подмены. Так. Снимает с цели уклонение и маскировку. Ну, типа снайперский удар, я его так называю. И опережающий удар, первый ход, шанс уклониться 75%. От 66% прямого урона на 3 хода. Угу. Вот так. Так, не убежать. Пассивное умение. Когда противник пытается уйти, ему запрещается замена. То есть от этого парня не сбежать. У нас иммунитет и контратака есть. 25%. Ух, ты так лютое существо. Ну, правда, брони же никакой нет. Ладно, посмотрим. Так, сочетание ДНК двух больших хищников создало птицу с полным клювом зубов. В отличие от большинства птиц, Гриленкин разрезает пищу зубами, прежде чем поглотить. Так, строение шеи позволяет ему проглатывать пищу весом до 30 кг за раз. Чё-то как-то вообще не... А ну, не-не. Так... Ну, да, ну слабенькая у него шея, 30 килограмм. Это что, тиранозавр какой-то? 30 килограмм за раз. Вы что, представляете себе, это собаку проглотить? Ну, не знаю, каких это должен быть размеров Келенки. У него шея, это тонковато. Так, но сначала он рвет свою водоплавающую добычу на куски. А при чем тут водоплавающая добыча? Келенки, птичка не плавающая.
и только потом глотает. Так, пристрастие Гриленкина к водной среде, крокодилий ДНК. Понятно, то есть, ага. Любит бродить по болотам из-за того, что у него ДНК крокодила. Ну, у него, кстати, хвост, да, вот, хвост покрыт. Ближайший нельзя сверху посмотреть. У него та спина, как у крокодила, прикольно, забавно. Забавно это выглядит. Вы знаете, чем отличается крокодил от аллигаторов? Ну, кроме всего прочего. Крокодилы могут жить в соленой воде, а аллигаторы только пресноводные. Так, ну чё? Чё у нас тут? Ой, инкубатор какой-то. Так, ну давайте смотреть, что у нас тут есть по сражениям. Сюда мы, наверное, пойдем. Здесь два боя, еще один бой будет в другой башне. Так. Вот наш Гриленкин. Кто там у нас еще рядом есть? Ну так, ну мы как по традиции стараемся сражаться до последнего именно Гриленкиным. От него, кстати, да, не убежишь. Запрет на подмену. Если бы еще и урон наносился, если противник пытается подмениться. Так. Рекси, 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 Рекси. Давайте, наверное, будем снижать урон. А потом будем уклоняться. Офигеть, он кританул. Но этого мы, наверное, пробьем сейчас все-таки. Но, да. Жизни маловато против такого демагера. Так, а вот этот парень, да, у него есть подмена? Есть у него удар с подменой, но тут нужно вот так делать. Опережающий удар с уклонением. Позволит нам хотя бы нанести урон какой-то. Ага, он нас нейтрализовал. Офигенно. И мы получили полный урон. Так, а у нас броня... А, броня там... Ну, она какая-то микроскопическая, наверное, броня. Ладно, давайте я подменюсь все-таки, чтобы он пожил. Но если следующее существо будет медленнее, я поднимусь обратно. Ну, вообще не больно. Ну, хотя, ну, это если, блин. Ладно. Все равно подмениться не получилось. Так, ну может и уклониться было бы лучше против Рексис, да? Ну, снижение. Ну, первый удар у него был просто послабее, можно и так было. А вот, да, нейтрализация была неприкольно. Потеряли уклонение. Так, бой номер два. У нас опять те же ребята. Давайте начнем так же. Если у Трекс попробуем сначала уклониться, у него нет нейтрализации. Да, пошел первый рекс. Давайте будем уклоняться. Посмотрим, насколько это мы уклоняемся. Уклоняемся. Потом снижаем урон. Опять он кританул. Но чуть меньше мы получили, но... На три хода. Это хорошо. Блин, ну давайте я попробую снизить урон. Сниженный урон плюс уклонение, мы, может, переживем следующий удар. Потому что если он попадал бы, мы бы точно не пережили. Во-во-во-во, так пережили. Так, ну мне даже не понадобится сильная атака, получается. Блин, ну если Птеранодон пойдет следующим, это будет неприкольно. Блин, он просто быстрее меня, я свой двойной удар не могу реализовать. Блин, ну опять никак, вот ничего я тут не могу сделать.
Да, он, мы медленнее, но не в этом суть. Слабенький птеранодон просто. И нет никакого существа, да, у меня с замедляющим уроном. А, таки гад подменился таки. Спиниш появился. Давай что-то там отрегеним, что ли. Офигенно мы его продымажили. Так, вот, теперь давайте Гриленкина выпустим. Это без урона, ладно. Добиваем. И сейчас можем уклониться. Попытаться. Он еще дышит. У нас тут динозавры не умирают, они засыпают. Ну, не фартануло. Но мы увидели, по крайней мере, спину крокодила. Так, у нас тут птичий вольерчик был нарисован, 5000 монеток дали нам, и бесполезный хлам. Так, и теперь идем, ребятки, вот в эту башню, и вот так вот пойдем посражаемся. Так, кстати, Фаразаура здесь есть, давайте ее возьмем. Может, какой-то птичий отряд пусть будет. Пусть будет птичий отряд. Но Фаразаура это топчик, а я не знаю, как там Гриленки. Надо зайти посмотреть, что там у топовых игроков сейчас находится в команде. Какие существа. На Фаразауру можно подмениться будет. Так, что у него тут? Ничего такого интересного нет. Ну, надо уклоняться все-таки, потом снижать урон и двойной удар. Ну, нифига не уклонился. Ну, раз не пробиваем, значит бьем обычный удар. О, вот это уклонился, отлично. И опережающий это у него что ли? А, это была контратака, черт, дюри, что-то я прозевал. Так, ну вот наша тоже контратака неплохая, блин, но не пробиваем, придется бить сквозь щит. Ага, не сквозь щит, а сквозь... Только сквозь невидимость. Так, ну это тоже с контратакой же, парень. Контратака, давайте снижаем урон, и надо, наверное, подмениться. Сейчас будет атака, и, наверное, мы даже не переживем. Нет, пережили даже. Но, опять же, он поставил броню, я не смогу ее пробить вот этим ударом. Давайте на вот эту птичку подменимся. Так, а ну-ка, будет ли паралич? Не было паралича. Ну ты еще пробил бы намертво, было бы обидно. Но эти паралич у нас не сработал, к сожалению. Но вот это она дымажит, да. 1200, вот это я понимаю. Фаразаура. Может ее качнуть повыше?
Так, а что у меня по скорости? Я фразову укачал на скорость. 130, нет, маловато. Но она мне не вкачана, потому я как бы не сильно и стремился. Сейчас пойдем посмотрим, что в топовых игроках творится. Ардентис Максима. Римский легионер. Так, давайте смотреть, что там у нас в лидерах творится. Так, ух ты, Секадонт появился. Смотрите, Фаразаура, да. Вот этот вот парень. Мамалания появилась. Так, а Фаразаура, какие, ну, какие показатели у Фаразауры? Ну. 140 скорость качнули, да. Мамонт тоже качнули. И Джемини. Ну да, но вот этого парня у меня есть. Вот этот есть. Ну, этого нет. Ну, Секадонт. А что Секадонт тут так творится? Что у него случилось такого? Его как-то бафнули. Смотри, как вкачано у него и скорость, и все вкачано. Ну, типа, он пробивает по любасу свой урон, получается. Да, вот лисей снайперский удар. Снимает маскировку и уклонение. Атака с обходом брони. Но тут прямо щит нарисовали. Ну, щит тоже должен пробивать, по идее. Снятие щитов, обход брони, да, но тоже вот двойной урон и вот критический удар полтора. Ну, прикольно, ты усиляешь себя и можешь потом сразу нанести матерый удар и иммунитет. Ну, такое, Секадон. Давайте второго посмотрим. Второго, так. Ну, вот эти два парня есть. Триастроникс, да, знаем. Он вообще люто может дымажить. Ну, все знакомые, вот, да, вот Мамалания. Что у нее тут такое происходит? Иммунитет, иммунитет, так, удар с усилением, обычный снайперский двойной, опережающий, очищающий, увеличивающий скорость на 10 на 2 хода, еще и лечит себя, ну такой универсальный защитный удар, и опережающий рев первый ход, щит 50% на один ход, минус 50 скорости цели. Это прикольно, то есть если цель какая-то быстрее нас, то есть мы ее сразу можем замедлить, забрать у нее скорость, скажем так, за бесплатно, по факту, да. И тут двойным ударом. Потом защититься и валить двойным ударом. Ну, не сталкивался, да. Я, как говорится, в PvP не сражаюсь. Потому беда. Так, вот Алосинозавр здесь, да, вот этот парень. Монастиготопс тоже здесь с параличом своим и подменой с параличом. Знаем такого. Ну, да, вот Мамалания из новых появилась. Ну, и вот эти вот новые Gen 2, Индораптор и Индоминус, да, у нас там в топе. Ну, все то же самое. Фаразаура, то есть кто качнул, тот молодец, да, кто не качнул, у того нет. Так, седьмой противник, тут Триастроникс, ну да, все тоже. Вот, ну вот мне, кстати, нравится сражаться Магнипериттером. У него тоже может снизить урон, может пробить сквозь любую защиту, невидимость, все остальное тоже как бы прекрасные показатели. Да, ну вот этих парней у меня нет. Вкачанных. Так. Куда зайдем? Куда зайдем? Давайте Фаразауру зайдем. А, у меня вот, смотрите, как раз под ноль, да, и закончились. Давайте Фаразаурку начнем. Хотя не знаю, кто круче, Фаразаура или сейчас Триастроникс тот же. Ага, все, то есть у меня под ноль, да, больше как бы и не могу. Я понял. Я уперся тут-то в гены, а не в свое желание, честно говоря, да. Так, Ать, куда ты идешь еще? Майозаврик. Никуда он не идет. Так, этого качнули. Ух ты, что, я Ютаринекса могу качнуть. Один раз. Но это с Даркорексами этими редкими вообще печаль беда. Печаль, беда, ребята. Так, до свидания. Так, ну, это даже не хочу качать. Эти тоже что-то из топа выпали. Как-то они попали и выпали. Да, вот. Монастиготопса, Гриполита могу качать. 90 тысяч. Давайте качнем.
Так, а вот этих парней, что с ними? Давайте мультислияние, двадцаточка, пятьдесяточка. Назад, так, гриб политики, иди сюда, давайте мультислияние, всего три, оу, тут надо тогда на полную. Настойно, 20, давайте всех их сейчас потратим, потому что чертовски много их уходит. Так, а Литронакс куда идет еще? Ну только на Пуролит, да? Да не надо мне эта штука, мне вот сюда бы. Блин, зря я, наверное, мне там раз на 4, на 5 хватало. Ну что тут? Мультислияние на 8 хватало. Ну, может, на 26-й получится качнуть сейчас. Ну неплохо, да, но чуть не хватит. А, еще может даже хватит. А, значит, два раза. Так, а, стоп, стопудово качаем на 26-й. Ну, Гриполит это у нас он защитный парень, да? Там все. Все в защиту, контратака и защита, да? Так, 25% контратака, пассивное умение, от него нельзя убежать. Да, вот это есть такая тема. А давайте посмотрим, вместо кого, допустим, я его мог бы поставить. Кстати, вот этих парней что-то тогда уже нету. Вот этих парней нету. И даже не знаю. Парень быстрый, да? Быстрый, но у него... Ну как, он против бронированных целей вообще не канает, конечно. А так вообще хорош, в принципе. Вполне себе неплох. Давай вот тебя заменим. Кстати, вот индораптор обычный, да, совсем что-то как-то... Применять его совсем не весело. Так, куда я? Классно. Так, что у нас тут еще есть? Вот этот парень у меня даже так прокачанный. Так, сейчас. Ну, эти ребята уже потеряли как-то особо актуальность. Хотя раньше они были, да, одно время имбовыми. Давай. Сколько это денег стоит? 80, ну ладно. Немножко качнем. Ну ладно, дальше качать его бессмысленно. Так, а вот у меня Gemini. В чем тут у нас ограничение? Мультислияние. Ну, мало. Ну, нет смысла мне его качать. Да, я как бы команду выбрал. Вот фаразаурку, да, можно подкачивать. У меня... потихоньку. Да, вот этот парень, да, петушок, был тоже раньше топчиком, но выпал из команд. Выпал из команд. Ну, а из этих ребят... я особо уже никого не качну. Так, чё, давайте, может... куда-то сходим, попытаемся разочек, да, найти противника.
Ну, скорее всего, не найдется. Тяжело очень ищутся противники. Так, броня снижает количество урона, нанесенного существу. В общем, ребятки, давайте, наверное, пока секунда мир идет, я с вами попрощаюсь. Скорее всего, мы никого не найдем. Так что всем спасибо за просмотр и до скорых встреч, ребята. Всем пока.